20 июля 2019, Харьков. Куда-то делась река. В сквере Стрелка. Оптимистичные рыбаки. Хотя, по-моему, больше шансов выудить что-то из тарелок в кафе на броде, чем из этой реки. Да, жуть как измельчала река. Просто катастрофически. Через месяц. А утки там, по-моему, не плавают, а пешком ходят. И лодочки, представляешь? Ну, наверное, даже больше. Нет, ну посмотри, стоит утка. Реально стоит. Большим оптимизмом, чем прийти на такую реку с удочкой, только прийти на нее, конечно, с лодкой. 20 июля 2019, Харьков.